Мы ехали из Тольятти на газельке, вот, от М5 шли пешком до Прибрежного, потом по рельсам, кстати, заблудились, пока шли. В общем, было очень весело. Музон послушать, покайфовать, народ повеселить. Мясо, костер, палатка. Он тихо мурлыкал, people are strange, а может быть, highway to hell. И за окном танцевали звезды, а воздух прозрачно звенел. Вообще, конечно, песни пишутся о том, что волнует, о том, что, в общем-то говоря, долго как-то вот какие-то переживания внутренние. Ну, в основном песни у меня связаны, скажем так, ну, такого философского, может быть, направления. Днепро шумит там, где шумел Славутич, с глубины его слышны слова. Я не хохол, бульбашка, цап, я русич, мы от одной рубахи рукава. Наверное, душа, она просит того, что ей близко. Поэтому русская культура, она ближе. И я и мои друзья, мы стараемся возродить нашу культуру и наши песни петь, наши одежды одевать. Гражданин, это мова Украина, это граждане Украины. Белеет мой парус, такой одинокий, на поле стальных кораблей. Сюда часто ездим, здесь очень нравится, он самый крупный фестиваль, самый позитивный, нам здесь хорошо. Надо выбирать тушенку, чтобы она была по ГОСТу, вот лучше, вот выбрали тушенку. Потом воды, почистил картошку, лук, до обезьяния, уходит на ура. На природе вообще все вкусно. Я последний раз здесь была в студенческие годы, 28 лет назад. Захотелось опять пережить эти ощущения. Моя любимая песня. Изгиб гитары желтый. Изгиб гитары желтый. Ты обнимаешь нежной. Струна осколком эха пронзит тугую вес. Я вообще люблю бардовскую песню. Сам пишу песни, сам пою, сам пишу и стихи, и музыку. Вот. И поэтому нужно как-то пропагандировать свое творчество, а здесь это самая большая его деталь. Знаете, удивительно, во вторник просыпаюсь я с ощущением того, что я нахожусь дома на домашнем фестивале. Представляете, дома на домашнем фестивале. Такого фестиваля, как в этом году, не было очень давно. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Я сюда приезжаю за новыми песнями. Мы жили и работали в космосе под песни Высоцкого. Новые космонавты, которые полетят на Луну, на Марс, им нужны новых песен, новых бардов. Я буду краток, потому что я считаю, чем меньше слов с этой эстрады, тем больше музыки. Я поздравляю вас всех фестивалем, я очень рад, что традиции фестиваля живут. И в нашем городе, в нашей области, в нашей стране живут традиции дружбы, туристического братства, живут традиции людей, объединенных поэзией и музыкой. Фестивалю быть. Фестиваль не может разъединять людей. Сама идея фестиваля состоит в том, чтобы их объединять. Люба, люба, братцы, жить за нашим адамом. Приходится дружить.